Радио 54. Две пьесы есть, я с ними работаю. Но я работаю таким образом, что я иногда переделываю пьесы. Например, у меня долгая творческая дружба была с Беловым. Сергей Белов, московский драматург. Его пьесы широко идут, даже сюда приезжали. Там сказать: «Здравствуйте, я ваша теща». Там Долинский, такой известный очень актер, привозил сюда эту, значит, комедию. И когда я взял эту пьесу, у нас она шла под другим названием «Не открывайте дверь незнакомцу» называлась. И я там диалогную часть все переделал, потому что я хочу, чтобы в пьесе люди разговаривали как в жизни. Не, не какая-то литература была, знаете, а она как-то режет ухо, и люди не сразу верят, что, значит, вот так вот бывает. Быстрее поверят, когда люди разговаривают. И я переделывал, там и шутки появлялись, и все-все. Потом Сергей Николаевич мне звонит: «Слушай, Евгений Иванович, а можно я ваши шутки, ваши изменения вставлю в свою пьесу?» Я говорю: «Я буду польщен, значит». Я говорю: «На авторство не претендую». Вот таким образом работаем. И вот две пьесы, и не могу никак. Вот Дарья Верясова, вот премьера состоялась у нас в прошлом сезоне, «Последняя любовь Деда Мороза». Значит, меня тоже удивило. Там у нее такой текст остроумный, но на грани фола. Знаете, там такие есть выражения. Они не грубые, они шутливые, но они такие, знаете, вот гребушки, воробушки, там, дамы похуже. Значит, вот такие вот вещи. Сленг такой. Ну, понятно. Вот. Но, тем не менее, там такие вещи, такие остренькие, драматические, тонкие вещи. Особенно женщина писала. Она заканчивает литературный, Дарья Верясова заканчивает литературный институт. И вторую пьесу я сразу написал ей. А там еще случай у нее в Москве случился. Значит, я потеряла паспорт, все карточки украли у нее в метро. И мы покупаем пьесу, допустим, да, я звоню, я говорю: «Давайте». Это в жизни, не в спектакле. По-настоящему случилось. Она говорит: «Ой, как хорошо, как здорово, спасибо вам большое». То есть я ей даже выручил, купив вторую пьесу. Даже еще не знаю, буду я ее ставить или нет, но она мне понравилась, эта пьеса. Там действие происходит в Израиле. Значит, опять любовь между... То есть разница в возрасте большая. Сейчас это модно, вы видите, телевидение включишь. Один, значит, ну, там ну 80 да, да. лет, значит, на молодой, второй. Вот. И это пьеса. Но там она с юмором тоже, но очень такая пронзительная нотка в этом, в этой драматургии есть, когда действительно чувствуешь, что она поняла, что... Дело не в том, что сколько лет человеку, а в том, насколько он чувствует. И у него есть какие-то чувства доброты, жалости к человеку, ответственность какая-то, когда он защитить может, когда он позаботиться о тебе может, когда он готов отдать за тебя жизнь. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.